хотим еще немного прогуляться по деревне. Вот здесь такая велосипедная дорожка. Ну и пешеходная, конечно. И здесь такой сад. Полянка, на которой растут всякие цветочки. Сегодня дверь здесь открыта. Распашку. Такой сад, где можно прогуляться. Смотрите, как можно сэкономить вот в саду. Не всю траву косить, а вот так вот, как ручеек. Ну вот, так как стоит жара, здесь все подсохло немножко. Земляники не видно. Только всякие дикие растения. Там находится детская площадка. Внимательно смотрели на мое видео, то в начале фильма там перед церковью было маленькое здание. Это почта рождественская почта. И поэтому, так как дети отправляют каждый год очень много писем перед Рождеством, ну, Деду Морозу, этому еще Санта-Клаусу, и здесь просто такой какой-то ребенок, какой-то ангелочек, в общем, в Южной Германии приносит подарки не Дед Мороз и не Санта-Клаус, а какой-то ангелочек. Ну вот, и здесь, значит, такая выставка этих марок в связи с этой исторической почтой, где можно было... Нет, не отправить с этой почты, а сюда приходили, на эту почту приходили письма этому ангелу, и отсюда люди отвечали детям на их письма или отправляли подарки. Ну вот, а здесь мы уже приближаемся к саду, где растут цветы, которые были сфотографированы для марок. Вот здесь такая калитка. Ага. Вот здесь цветы на марке. Марки различные. Вот рождественские. Марка 49-го года. Еще рождественская. Ну вот. А здесь цветы с марок. Сад цветов с марок. Просто так не открыть. Так, вот, пожалуйста, ромашки высохли. Подсолнухи еще не расцвели. Маки уже отцвели. Так, это что у нас? А, да, это такая студенческая гвоздика. Студенческая гвоздика, она у нас еще немного цветет. Вот. Георгина. Другого цвета, правда. Но здесь. Так, вот эти студенческие цветы. Тоже немного другого цвета. Крокусы, конечно, только весной, нарциссы, наши любимые тюльпаны. А вот это какой-то гала-мак. Вот он цветет сейчас. Поближе показать его. Интересно, как у некоторых 4 лепестка, а у некоторых 5. Так, это что? Это еще какая-то гвоздика, да. А, ну да, у меня тоже такая в саду есть. Ну, как-то она все не расцветет. Вот, пожалуйста. Тенью ее прикрыть от солнца. Так, что у нас здесь? А, вот этот интересный цветок. Здесь разноцветный. Надо взять семена с собой. Акилай называется. Роза.
А здесь падают сливы под ногами. Сухие. Надо попробовать, что они. Я сегодня уже попробовала одну. Но она еще зеленая, а уже с червяком. Так, ландыши. Отцвели. Колокольчики. Непонятно, зацвели, не зацвели. Вот это эти, как их называют, коровьи плошки. Тоже отцвели они сиреневые. Колокольчики цветут. Так, колокольчики, это наши или не наши? Да, это наши колокольчики. Называются шариковые цветы. Шариковые цветы я уже как-то фотографировала. Но вот здесь... О, они все отцветают. И не найти ни одного... А, вот он, шарик. Вот он, шарик, пока он не зацвел. Этот цветок, он выглядит как шарик. Поэтому они так и называются. Шариковые цветы. Так, это что у нас за цветы здесь? Ой, я не знаю, как они называются. Это называется по-немецки крафтгерц. Крафт. Какая-то трава. Тоже отцвела. Астры. Астры. Странные астры. Совсем не похожи на астры. Почему-то здесь написано лилия, хотя это выглядит как ирис, конечно же, на фотографии. Конечно же, это ирис. Так, вот это называется по-немецки мальва. По-русски мне надо будет посмотреть, как это называется. У меня тоже есть в саду такой цветок прелестный. Так, разбитое сердце цветет весной. И лилия. Вот классические лилии. Только сейчас собирается зацвести. А это, наверное, цветет топинамбур. Марку не видно. Она в кустах. Попробуем зайти и посмотреть. А, нет, это солнечный зонтик.